Здравствуйте, я врач-детский хирург Фатахов Артур Амирович. Если не ошибаюсь, вы Иванов Иван Иванович, вам 12 лет. Все верно. Я планирую провести осмотр и пальпацию живота вашего ребенка. Могу ли я это сделать? Согласие получено. А какие жалобы, на что беспокоиться? Жалобы на боли в животе. А как его самочувствие? Самочувствие нормальное. Обрабатываю руки гигиеническим способом. Руки обработаны. Приступаю к осмотру пациента. Осмотр кожных покровов, отмечается бледность. Приступаю к поверхностной пальпации. Пожалуйста, согните голову. На основании поверхностной пальпации определяется болезненность правой подвздошной области. Приступаю к глубокой пальпации. Вдохните, выдыхайте. Вдохните, выдыхайте. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Пальпация желудка, пальпация печени. Выдыхайте. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Определение перитониальных симптомов. Симптом Менделя. Симптом Менделя положительный. Правой подвздошной области. Симптом Щеткина-Блюмберга. Симптом Щеткина-Блюмберга положительный в правой подвздошной области. Перкуссия живота. При перкуссии определяется болезненность правой подвздошной области, звук тимпанит. Перкуссия печени. Нижний и верхний край.
верхний и нижний край. Аускультация живота. Аскультация определяется снижение перистальтики в правой подвздошной области. На основании данных осмотра, аускультации и пальпации предполагаемый диагноз – острый аппендицит. Обрабатывай руки гигиеническим способом. Руки обработаны. Спасибо. Переходите к следующей станции.